Всем привет, с вами Илья Медведский. Я продолжаю проходить игру «Тачки, веселые гонки». Сегодня мы пройдем игру под названием «Техосмотр у Дока». И игры. Полный бак «Техосмотр у Дока». Здравствуйте, Док. Вы какой-то усталый. Что поделать? Я единственный врач в городе. Мне бы помощника толкового. Да кто же согласится? Кто-нибудь обязательно согласится. Кажется, ты у нас малый свободный. Вот ты мне и поможешь. Готовься. Скоро появится первый пациент. Но, док, я же не механик. Я гонщик. Я тоже был гонщиком. Не дрейф. Нажми левую кнопку мышки. Не отпуская ее, тащи застрявшую детальку по выхлопной трубе. Чтобы положить деталь, отпусти кнопку. Деталь не скатится. Подведи мышку к левому краю экрана, и ты увидишь следующий участок трубы. Не забудь сначала отпустить все кнопки, иначе придется начинать все сначала. Постарайся не задевать стенки трубы и движущиеся детали. Если заденешь, деталька упадет на прежнее место. Удачи, док! Тут нужна ваша помощь. Ой, больно, наверное. Будут проблемы, заходи еще. Док, а вы уверены, что это надо вытаскивать? Как новенький. Удачи, док. Тут нужна ваша помощь. Вот что бывает, если вовремя не пройти техосмотр. Док, вы ведь учились на медика, а? Ой, больно, наверное. Так-так. Да, так я и думал. С плохим бензином пора завязывать. Игра, уровни усложняются, и тут труднее все время становится. Ну, раз, два, три, готово. Будет немного неприятно. Ну, заводи мотор. О, ну понятно. Так работают настоящие профессионалы. Я уже прохожу эту игру повторно, поэтому у вас должен быть потом открыться секрет легенды, док. Я уже просто прошел игру, поэтому мне уже не пишет об этом. Так. Нет. Итак, мы в следующей серии пройдем
Полоса препятствий. Полосу препятствий. Ждите эту следующую серию. С вами был я, Илья Медведский. И до скорой встречи.